Какая-то странная надпись. Ебанутый. Космос, лютый космос, игрок 1, игрок 2. Всем здорово, всем привет, это как Цикроныч. И добро пожаловать в рубрику «Давай заценим-ка». Поперхнулся. Давай заценим-ка. У нас в играх, в руках игрушечка под названием Heavenly Bodies. Это физическая игра про движение космических тел. Причем не столько планет, сколько космонавтов и космических станций. Игроки должны управлять своими подопечными в невесомости, конструируя различные научные аппараты, такие как телескоп, проводя различные исследования и разбираясь с возникшими чрезвычайными ситуациями. Игроки могут играть как в одиночку, так и в кооперативе, что мы сейчас и посмотрим, да. Так, классический, все классические, давай. А ты что, ньютовский будешь? Ты что, дурак, что ли? Сейчас, подожди, а что это? Ну, помощь, это, наверное, вообще изящный. Да? А, да. Он типа классика, да? Да, давай. Давай, чтобы. Ну, давай. Подтвердить. Ага. Мы космонавты. Ну, шел 1970 год. Наконец-таки в космос отправили людей. Эти люди очутили... А где интро? Добро пожаловать на борт. Командор, теперь можно приступить к работе в орбитаемом режиме. Движение левой руки осуществляется при помощи левого тигра. Движение правой рукой при помощи правого тигра. Схватите что-нибудь левой рукой, нажмите LDB. Я, он меня не берет. А, нижняя. Хэт! Хэт! Схватите что-нибудь правой рукой. Хэт! Чтобы открыть люк, схватите рукоятку, поверните рычаг. О, давай, я. Готово. Готово. Вот отпусти меня. Да ты вот подожди, я тебя говно хочу туда закинуть. Лети, космонавт! А я тебя могу вообще выкинуть на. Нахуй! Вращать камеру X. А как ты ногами двигаешь? А второй ну, ногой. Кнопки. А у меня что, только одна нога? А, вот. Ладно. Давай, вылетай нахер. Да отпусти ты меня. Все, я тебя не трогаю. Да опять ты меня схватил. Не трогаю я тебя. Это ты меня держишь. Ты меня держишь. Нет. Отпусти руку. Да, у тебя кружочек горит? Нет. Беленький. Нет. Вот нажми на правую. Все, все, видишь? Давай, давай. Влезай, я меня. Опять ты меня схватил. Не трогаю я тебя. Что ты до меня доебался? Так, куда нам у нас надо? Что, я не знаю, что у нас. Блять. Давай я за тебя. Подожди, стой. Нет. Ноги сгибаются при ЛТВ, ЛТБ. Стой. Ты куда полетел-то? Да ты просто маши руками, как птица. Да, помогает. Ай, бля, летит. Давай. Ебаш вперед. Ебаш, ты застрял. Ты вперед, ты иди. Ты подожди, да я пролечу-то. Так, хватайтесь за поверхности, чтобы передвигать свое тело в космосе, нажимая ЛТ в ЛТ. Так, это что? Блин, так хочется вот на тигры крутишь. Хочется прям вот типа лететь уже. А он не летит. Во, вот так летает, слышь? Вот так работаем. Не открывает, а что делать-то? Бля, это что такое? Кровать что ли или что? Хуй знает. Паньки. О, что происходит? А мы на космической станции. Для обеспечения питания космических станций система солнечных батарей использует единственный доступный в космосе источник энергии. Это солнечный свет. Теперь, когда вы на борту станции, есть экипаж, можно продолжить обслуживание этих систем преобразования энергии света.
Вот они. Вам потребуется настроить внутренние системы питания и переориентировать внешнюю солнечную батарею. Выполните... по выполнении сообщите центру управления полетами. Окей. Окей. Ой, нас сфотографировало, видел? Я не успел. Ты что меня толкаешь? Подожди, я не успел. Надо взять. Для получения задач видите, распечатайте документ на терминале. Ну ты же его распечатал. Нет, вот он. Так. Солнечный свет. Восстановить работоспособность солнечных батарей космических станций. Не крути, брат, не мешай. Задача настроить внутренние системы. Блять, я тебя сейчас ёбнул. Что? Это не я. Ты? Нет. Да. Нет. Ты двигаешь, ты ёбаный. Да не я это. Вот сейчас я трёс. У тебя какой-то из... у тебя вот этот правый триггер подрючь это, курок. Вот, видишь? Так, настроить внутреннюю систему питания, добраться до шлюза, развернуть солнечную батарею. Значит, смотри, первое, надо повернуть рычаг, второе, нажать три кнопочки, и третье, воткнуть какую-то херню. Заебись. Так, закрыть. Давай, закрывай. Чё? А как, на что закрыть? На меню. Во, на Б. Так, как выкинуть это руководство? Вот. Полетели. Туда летим-то? Слушай, а я прям это, прям четко, я мёба. Я научился управлять в космосе. Я нет. А я да. Так, я значит... Оп. Хватите. Нет! Оп. Так, не дотягивается. Надо вот так схватиться. Оп. 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 И этот рычаг не надо дергать. А как мы ворота откроем? А их просто пролезть надо. Так, подожди, дай я вот... А, давай, открывай. Ты как туда пролез? Я их растолкал. Зыгдым! Лети, мой космонавт! Мой космонавт! Вот. Бля! Вот! 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 Так, вот он, первый рычаг. Ой. О, я уже две кнопки нажал. Телом? Сейчас еще одну. Ногой. Ты можешь меня подпихнуть туда? Могу. На. Во-во, пихай. Пихай. Да все, не пихается. Вот. Есть. Так, теперь мне надо вот это повернуть. Опаньки, готово. Так, отпусти. Оп, отпустил. Все, и эти включили. Оп. Шпяк! И это воткнул. Вот это... Путаю левую и правую. Вот это, блядь, профессионал-то выполнил. Настроить внутреннюю систему питания. Пошли, мой товарищ. Товарищ Сталин. Товарищ... Стой. Руки по швам. Блядь. Как они делают это? Я понять не могу. Ты давай не это... Отцепись. Во! Стой, надо вот это повернуть. Я вообще за рычаг схватил. Нам куда лететь? Во, рычаг. Вот сюда, наверное. Ну давай, подтолкни меня, чтоб я это... Готово, пролезай! Держу, пролезай, говорю, в ворота! Ладно, пошел ты нахер. Все, не трогай меня. Я пошел первым. Ох, я обратно сейчас дрючу. Да ты ж сам мне сказал, дрючь, говорит, стикеры. Меня крутит. О, это что такое? Вот это что я сейчас буду пролетать? Вот это что? Подхвати это, что это такое? Хватай, другой рукой. Вот, что это такое? Что это? Не знаю. Калькулятор. Хоп. А вот это? Давай, дотянись. Не вращай камеру. А, это она у тебя тоже вращается? Опа. Фотографируемся. Ну, фотографируемся. Давай, селфи. Давай. Иди сюда. Сейчас я разгонюсь.
Давай. Вова. Оп. На. На. Все, готово. Так, пошла камера нахер. Так, мне теперь надо открыть ворота, да? Стой, 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 стой. Разверни камеру. Разверни камеру. Во. Оп. Фотоаппарат ебаный. Оп. Да, фотоаппарат ебаный. Да ты ногу-то отпусти! Я туда подтолкнуть хотел. Давай просто ты одну створку будешь открывать, а я вторую. Похер! Похер! Вот, давай я тебя пропихну туда. Вот, я пролез, я пролез. Все, стой вот так, держись. Я тебя сейчас, сейчас, это, сейчас подожди, 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 я пролез, 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 пролез. Оп! Так, а что нам теперь делать-то? Вот это открыть? А что у нас по заданию еще? Давай. У нас что по заданию? Это, иди туда вон, я чтоб тебя, за тебя схватился и это... Сейчас, подожди, я попробую подлететь туда. А, нет, не летит. Давай, 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 давай. Оп! Тащи, тащи, брат. Брат, давай. О-о-о-о, подожди. Оп! Поймал. Давай, давай, давай. Отломал. Отломал. Вот он. Зачем отломал-то? Да я не ебу. Ты нахрена так тянул? Ну ладно, выкинь эту хуету. А что там, смотри, гаечный ключ, да? Нужен, наверное, гаечный ключ. Нужен, наверное, гаечный ключ и еще что-то, чтобы это все починить. Так, а мы гаечный ключ это видели? Нет, мы видели... Отпускай, отпускай меня. Видели фотоаппарат. Да, отпускай. Ну, туда надо пролезть. Почему туда? Наверное, я так полагаю. Нет. Оп. Блять, как ты это сделал? Оп. Оп. Ух ты, космос видно. Нет, не тут, да? Не, ну там вон какая-то коробка. Бери. А что ты сделал, что нам гаечный ключ надо найти? Ну там нарисован гаечный ключ. Вот, я что-то схватил. Дай я вылезу отсюда. А вот это что? Не знаю. Линейка какая-то. А что двигается корабль наш? Так, а нажми А теперь. Он прочитает эту хуйню? Не-а. Да я вылезть отсюда не могу. Ты можешь? О, что это такое? Это как, наверное, люки открывать. Ну ладно, хуй с ним. Пускай тут летает. Помогите. Ты давай, не расшатывай нам шаттл. Пробились там головой. Да, давай, полетели в другую сторону. И это, вот так вот лети, как этот. Бляха. Ладно, я полечу вот так, ногами вперед. Да погоди, погоди. Нет, ногами вперед не получается. Оп, я поплыл, 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 поплыл не туда, блин. Ёбаный в рот, подожми ноги. Оп. Ух. Оп. Оп. Ух. Оп. Давай, вот туда. А, сука. Оп. Я. Оп. Ты меня-то не вталкивай в эту штуку-то. Подожди ты. Зо. Схватись. Зо, я тебя сейчас схвачу. Давай, залетай, отпускай руку. Ты, ёпт, вдвоем нельзя залетать в шлюзы. Да ты меня не толкай. Ты нахуя меня-то держишь? А у меня почему-то рука отцепилась. Сука, я опять туда залетел. В эту комнату. Кусок инопланетного дерьма. Я залез. Вон солнечные батареи. А у нас там закрыт шлюз, понятно. Иди давай.
Вот он, ломик, смотри. Оп. Оп, оп, взял ломик. Давай, пошли. Деньги, деньги, тут деньги, деньги, деньги. Деньги. Ну, они нам не нужны? Давай, открывай тут ящики. Вот, вот эти штуки еще открыть можно. Открывай. Куда ты летишь-то? Открывай, иди. Ты, главное, лом не потеряй. Я удержу его. Ну ты чё? Да ёбанышки ты, урод, чё у меня... Ты можешь там потоки воздуха не создавать? Во-во-во, смотри, я ногами открыл. Всё, не шевелись там. Вот, тут теннисная ракетка. Давай, у меня вторая рука свободна. Ты так не открываешь, тебе длины рук не хватит. Я должен тут одну взять. Я сейчас это... Головой, ладно. Оп. Воу-воу, гаечный ключ. Бери гаечный ключ. Да-да-да, он нам нужен. А как его взять-то теперь? Ну как, ты дальше-то открой ящик-то. Ты можешь меня это как-нибудь сделать? Вот, стой. Во-во-во-во. Во-во-во. Во-во-во-во. Все, не шебурши меня, а то сейчас улечу. А там клейкая лента еще нужна. Ты зачем лом отпустил? Да он нам пока не нужен. Да? Мне вот это открыть надо. Тут! Сука! Тут! Ты что взял? Я ничего не взял. Да давай просто откроем его пошире. Давай. Да я, зацепись вон там, где лом болтается. Да отцепись от нее. Ногой толкай. Почти открыли, сука. Давай, брат, поднатужься. Вот, все. Не трогай. Оп. Все равно вцепился в нее. Так, да, давай. Ты ленту еще ухерачил. Во-во-во-во-во. Да, я это достану, все. У тебя это не получается. Стой. Она меня вытолкнула. Да стой, я сейчас достану. Помогите. Оп. Оп. Ленту достал. Выкинь ее в открытый космос. Ну, в кабину просто. Оп. Схватись левой рукой. Ты левой рукой схватись за крышку. Вот. Теперь подтаскивай правую руку. О-о-о-о! Все, схватил. Все, теперь на этот, на. Не тыкай вообще на него. А его держать не надо? А я держу все время. Тогда я с ключом, я пройду туда. А ты ленту что не взял? А что, нам лента не нужна? Нужна лента. Да ладно. Да. Не нужна, гаечный ключ просто нужен. Так, а как мне отсюда выбраться-то? Так, знаешь что, надо камеру перевернуть. Вот так. О-о-о, красавец ленту взял. Все, теперь съебись. Двигайся. Дай мне выкрутиться. Ноги подожми, меньше места занимать. Да все, я полетел. Нормально. Так, и что, нам надо ключ что-то просто сунуть? Я не знаю вообще, что надо сделать. Ты сфига ли ты вообще это решил, что нам надо это... Ну, типа, чинить там что-то. Ну, а что надо делать? Я не знаю. О, вот, ты его крутишь. А, ты просто ключом крутишь вместо этого. И? Вот. И все, нам лента не нужна. Стой. Давай, пролезай туда. Давай, я держу. А что, может, лентой надо замотать? Может быть, давай. Я держу, а ты заматывай. А как заматывать? Ты меня только тогда... Толкни меня там, я еще в дверях встану. Я не могу дотянуться. Оп. А? Давай, держу.
А? Давай. Давай, а то у меня я сейчас еще ключ сломаю. Закручивай щекотно, дурак, за подмышку держишь. Тянись. А как закручивать-то? Она сама закручивает? Сама, щекотно? Да. У меня ключ сам, сам ключ прилип. А-а, не хочет. Во-во-во, слышу, он все. Все. Ты отпусти меня, да я туда пролезу. От. Да чтоб... О, 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 стой, 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 не трогай меня, сейчас я залечу как говно. Еее! Ой, бля! Да что ж ты толкаешься-то? Фак, сейчас залезу. Опс. Бля, я зацепился. Опс. Не, мне клейку ленту тащить с собой? Нет, нет. Зачем он тебе? То есть я могу ее отпустить? Ты можешь камеру повернуть? Да. Ну ладно, так хотя бы. Так хотя бы. Я пролез. А смотри, просто берешь и делаешь колебательное движение одной рукой, а другой рукой. Да, смотри, я воздух разгоняю и плыву в ту сторону. Действительно, вот так. Слышь? Нет, нихуя. Нихуя. Ладно, что мы сюда лезли? Какая-то какашка летит твоя? Что с какашки летает? Так, как прицепить? Ну, а что мы сюда прилетели? Надо вот теперь этот шнур прицепить. Так, отвали. Оп. Ладно, я скотч отцепил. Так, я шнур прицепил. А давай шлюз открывай. Открывай шлюз. Что, в космос выйти хочешь? Да, на антенну. Вон рычаг. Да, антенну крутить надо. Крути вон тот рычаг. А, слушай, а я туда не полезу. Ты не полезешь, ты тут держись, тебя высосет. А мы ленту не проебем. Выкинь ленту туда вглубь. Да не, не проебем. Проебем ленту. Не. Ты чё, скотч на космической станции, это... Самое все, что лучше есть. Пизда, я же сказал, проебем ленту. Проебали, а мы все проебали вместе с ящиком. Знаешь что, надо было вот рычаг, надо было закрыть где-то створки-то. Так, а что мне делать тут? Так, что делать? Вон туда, тебе в другом направлении надо. Туда, а если я сейчас если я люк закрою? Не трогай! Не трогай, мне сейчас шнур А, нет, смотри, нормально. Так, а подожди, а мне еще надо вот этот фонарь? Я не могу этот фонарь пролететь? Над ним. Нет, слышь? Ты схватись за него, почему не можешь? Можешь? Нет, над ним не летает. Смотри, оттолкнись ногами просто от этой. Вот. А, вот, смотри, пролетел. Схватись за что-нибудь. Не могу. Ты главное, ты смотри, не схвати себя за эту штуку. Видел, там у тебя загоралось? Да. А то отцеплю. Мне тут что делал? Стой там и шлюз не закрывай. Оп! Есть, 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 полетел, 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 полетел. Едем! Идем, хорош, идем, я пролетел. Тебе вот эту штуку крутить надо. Да? Вот, хватайся за перила. Пизда, пошел обратно. Сука, ёбаный фонарь. О, за фонарь зацепился. Оп. А чё ты не хватался за перила? Хватайся за перила. Вот, все, теперь крути вот эту шалабуду. Только от перила не отцепляйся. Хоп. Во, крути ее. Опа-опа. В какую сторону ты? А я что, ебу? Нет, вот сюда, крути, наверное. Крути, какую крутится. Бля, космонавты наши вообще просто молодцы ребята. Да ладно, они там просто умеют руками, ногами управлять.
Им там просто тяжело, ты же не как ребенок бухой. А, ее сложить надо, как и ту. Да, вот правильно делаешь. Подвинься другой рукой, двигайся. Во. Ты сейчас точно сломаешь. Нет! Давай я вылезу, я тебя покручу вместе с этой штукой. Сколько уже оборотов сделал? 2. А надо. Главное, инструкцию не почитали. Вот-вот ты ее складываешь, да. О, смотри-ка. Я бы не полез в космос. Вот так вот. С долбоебом. С долбоебом братом. Во! Развернуть солнечную батарею. Бля. Охуеть, мы развернули. Мы выжили? Да ладно, все такая короткая игра, что ли? А хер я знаю. Нет, сообщение в центре управления полетами. А, сообщить, вон, рация. Вот, хватайся вот за эти зеленые штуки и по ним ползи просто. Блин, я бы тебя, конечно, за трос бы вытянул. Но что-то я сыкую. Я отломать? Отломаю сейчас? Маши. И второй маши. Ё-моё, да. Смотри, не схватись там. Сейчас вот не отцепить бы. Да ты, а ты можешь вообще за трос схватиться и типа подтянуться за него? Нет. Да, трос не хватает. На нахуй! Плыви тогда. Вот так вот, да, теперь в обратную сторону. И когда пойдешь по касательной, отцепляйся. Вот так вот так, да. Опа, давай. Я на землю полетел. Блять, да фонарик гребаный. А ты за саму мачту не можешь хвататься? Фух. Фух, фух. Вот, хватайся. Фух, фух. Да ты схватись. Схватись вот правой рукой. О, все. Давай, заползай, я закрою, чтобы уже не это. Давай. Давай. Блин, а что делать? Мы изоленту-то проебали? Проебали. Слушай, помоги отцепить, а? Я не могу поймать этот шнур. Слышь? На. На чё на? А, на. Во. Всё. Полетели. Нам надо сообщить в центр полетов. Чтобы их выполнили задание, но проебали ленту. Нам черноком пришлют. Толкай меня. Нет? Нет. Ну ты тоже долбоёб, я там все главное сам выполнял. Надо ножки поджать. Не дотягивайся. Чуть-чуть, подтолкни. О! Все, отпускай рычаг. Надеюсь, нам изолента не понадобится. Я тоже надеюсь. Из космоса уже не достанет. Как и теннисная ракетка. А если улететь? В смысле улететь? Вообще. Уету. Что будет? Я типа умру или что? Пизда, наверное, да, но ты как думаешь? В космосе в открытом улететь. Вообще еще двери позакрываются. Блять, вот ты, блять, препятствия на этом делаешь. На чем? Я вот за тебя другую комнату лечу. О, я почти пролез туда. Вот, потому что мне неудобно было. Все, я просочился. Я, короче, пошел миссию брать. Давай, покеда. Ты
Да сука, как они это управляют? О, а где компьютер? Где-то там. Да, я тут какого... правильное направление не... Какого хуя тут такую дырку маленькую сделал? Почему у меня левая рука левая, а правильно? Потому что вверх ногами. Вот. Ой. Да куда ты плывёшь? Бля, слушай, это такой выдержки надо иметь. Я обратно пролетел. А, тут инвентировано, ёбаный в рот. Короче, там нет ничего интересного. Почему? Там есть что интересное? Ты смотри, ого! Как я разогнался. Хопа, бля, еще обратно на землю улечу. А, тут закрыто. Закрыто. Ты зачем закрыл-то? Так я наоборот открывал. Так, все, отпусти мою ногу. Я сейчас тебя толо просуну. Нет, ты меня не просунешь. А ты подожми ее. И пролезешь. Подожми ногу. Не могу, ты мне ее сломал. Сейчас я тебя пропихну туда. Да хрен ты меня про... Да мы вместе туда пролезем. Пропыхнешь. Вот. Так, куда? Вон пульт. Отпускай все. Не та рука. Ух. Жах. Утягивайся. А надо нажать на ту фигню, которая моргает, да? Куда я, блядь? Да, нажимай на ту фигню. Слышь, блядь, давай, это у меня уже нервы стоят. Да, я, блядь, опять дверь не схватил. Так, какую мне надо руку отцепить? Не ту. Вот эту. Вот, теперь вот эту. И ты взял, повернул. Чё, вот это не надо вынимать? А, вот, смотри, о, я напечатал инструкцию. Оп. Вынул. Читай. И чё? На, читай. Не читает. На, возьми. Взял? Давай, взял. Не та. О, давай. Нет, там, надо не напечатать было. Надо было не напечатать. Надо было вон ту эту штуку давить. Какую? Вот ту, вот, да, вот этот. Вот, который ты ногами толкаешь. А чё, её надо туда вжать? Нет, надо нажать на неё. В руку взять. Я ещё нахуй улетел. Я надо нажать это. Я тут сейчас еще, блядь, свет там отключу. Ты там летай пока. Да ты, блядь, сейчас я камеру поверну, подожди. Потому что я тут управляю. Не та кнопка. X, вот, на. Когда ты вылетел? Ты там уже был. Бля, а какого хуя так инвентировано-то? Вообще непонятно куда. Хули нам мозги-то ломает? Вот, вот так. Вот, оставь вот так вот. Я сейчас хотя бы адаптируюсь. Я нет, почему это у меня правая рука? О, надо вот так. Йоу, смотри. Я еду. Все, вот. Сообщи, давай. А, сообщить. Отлично. Твою мать. Получение результатов. Смотри-ка, солнечный свет, результаты миссии. 31 минуту мы играли. Продолжим.
Вы можете включить визуальные подсказки для управления движением рук в разделе управления меню настроек. Так, солнечные батареи включили. Данные 2. Вывести в сторону вышку передачи данных. Установка связи. Охуя, блять, надо ее разложить, что ли? Для обработки данных со станции необходим прямой канал связи со следователями на Земле. Вышка передачи данных будет обеспечивать сигнал, необходимый для поддержания этой связи. Вот она. Вы должны развернуть вышку из сложного положения и откалибровать каждую антенну. Да ладно. Тё пизда. Обратитесь к руководству для получения удовлетворительных результатов. 1, 2 мониторы. 4 антенны? Ну, здравствуйте. Нам пизда. Вот эту красную кнопку вам не нажимать, как эту вон нельзя. Ну ладно, инструкцию я напечатал. Бери. Руководство. Так, вывести... Под рюкой правый стик. Так, вывести... Надо тебе его почистить. Вышку передачи данных. Откалибровать антенну. Откалибровать антенну 2. Откалибровать главную тарелку. Нажми на него и держи. Нет, это не он. Я не знаю, чего приближает. Так, ладно. Надо... А, это солнечные батареи. Так, это мы сделали. Так, это значит, надо, короче, синий подключить к синему, а красный подключить к красному. Потом откалибровать ничего, первый ничего монитор. Ничего не надо. А, нет, просто... Откалибровать, да, смотри, первую антенну, подключить питание, откалибровать первую антенну, подключить питание, откалибровать вторую антенну, третью и четвертую антенну. Калибруется это вот так, смотри, видишь, надо питание везде подключить. Еще где-то рубильник щелкнуть. Нам... А хули так много-то? Нам пизда, брат. Подожди, ну-ка еще раз. Вот. Ну, нет, просто красный провод и это питание... Это просто розетка. А это, вон, видишь, там этот, коаксиальный. Это передатчик. Да, ладно, пошли. Хотя, чё пошли, давай уже в следующей серии мы будем уже кочевряться, летать абобусами будем летать. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Вот такая вот у нас серийка получилась, да. А ты как себя ведешь в космосе? Вот напиши в комментарии, вот справился ли ты в космосе. Я вот теперь после вот этого херни думаю, что наши космонавты это просто мега-человеки. Они хотя бы шевелиться умеют в космосе, что не умеем делать мы. Вот так вот. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, подписываемся на паблик. Ставим пальчики вверх, комментируем, рассказываем друзьям, делимся ссылочками. И до новых встреч. Пока-пока. Вот, видишь, вот это надо в Питалово подключить.